Две недели остается до единого дня голосования. В республике пройдут выборы главы Чувашии и депутатов органов местного самоуправления. Голосование состоится во всех 317 муниципальных образованиях. Будут избраны 3746 депутатов. На выборах будет работать 28 территориальных избирательных комиссий, которые включают в себя 3800 окружных избиркомов. Центральная избирательная комиссия Чувашии запустила на своем сайте сервис «Найди свой округ». Необходимо выбрать город, район, улицу и дом по прописке. Ресурс покажет избирательный округ, а уже по его номеру можно найти и тех кандидатов, которые претендуют на депутатские мандаты. Кстати, со 2 сентября начинается досрочное голосование. Бюллетени для него уже отпечатаны. В субботу, 29 августа, они будут переданы избирательным комиссиям.